Девчонки, хоккейная команда Асфальт. Подольск, Подольск. И девчонки, передо мной это Таисия, передо мной Полина и Наташа. Девчонки, почему вы играете в хоккей женский? Потому что это очень эмоциональный и интересный вид спорта. Мы находим тут новых друзей и новые знакомства. Мы получаем определенный кайф и расслабление, когда играем в него. Ясно. Как организаторы молодцы, что проводят такие турниры, они нужны? Да, побольше бы таких турниров. Да, девочки, которые хотят играть в хоккей, у нас хоккей в России не очень хорошо развит. Такие турниры помогают нам развиваться. Да. Ну что, да, мне остается вас только поздравить с 8 марта, с женским днем, чтобы это 8 марта было у вас весь год. Спасибо, спасибо большое вам. Удачи, так держать, вопрос-то молодцы.